Православные верующие готовятся к крещению. Это один из главных церковных праздников. Традиционно 19 января проходят массовые зимние купания. В Гродно купель оборудуют на озере Юбилейном. Ежегодно туда идут тысячи людей. Окунуться в ледяную прорубь приходят целыми семьями. К обряду приобщается и молодежь. Считается, что в этот день вода по всему миру становится святой, а окунание в Иордане очищает от всех грехов. Для того, чтобы праздник прошел без происшествий, на месте будут дежурить спасатели, медики и военнослужащие. Этот год, конечно, не исключение. Специалисты экстренных служб готовы в любой момент прийти на помощь в случае чрезвычайной ситуации. Будет оборудована купель силами нашей спасательной станции, будет обеспечиваться безопасность, наши водолазы будут установлены палатки для переодевания, солдатская каша со слабым здоровьем, с температурой, конечно, лучше не принимать такие процедуры, они очень экстремальные. До и после купания стоит исключить алкоголь. Он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению. Лучше согреться горячими напитками, чаем или травяными настойками. При ухудшении самочувствия немедленно обратиться за помощью к медикам или спасателям. Крещенские купания на Юбилейном начнутся в 13:00. К слову, по предварительным прогнозам синоптиков, в этом году не будет крещенских морозов. Даже ожидается плюсовая температура.